Приветствую вас, уважаемые друзья. Приехали сегодня немножко покопать. Приехали на место старой деревни. Здесь было около 20 дворов. Но почему-то нам программа показала распашку. А здесь всего-навсего скошенная трава. Вы посмотрите, какие стоят красивые дубы. И какие просторы, поля. Все здесь стояла большая деревня. Вроде бы там вижу какую-то распашку, но это не точно. Вон деревья и ветер. Ветер, конечно, вот на такой горке на ветру не очень приятно, но главное, чтобы были находки. И первая находка у меня уже есть. Нашел я одну копеечку 1926 года. Ранние советики, как говорится, золото партии. Ну, копеечку нашел, уже приятно. Значит, монетки кто-то терял, и они здесь есть. Причем лежало и не очень глубоко. Практически сверху. Будем искать, что найдем, обязательно покажем. Выпадает, друзья, очередная монетка. И выпадает 1/2 копейки 1899 года. В довольно бодреньком сохране. И вензель, видим, Николай II. Отмоется, почистится и будет довольно неплохая. Это радует. Ищем дальше. Очередная монетка, друзья. На этот раз выпадает 2 копейки 1934 год. Ранние советики в очень достойном сохранчике. Красивая монетка. Люблю почему-то эти монеты. Красиво выполнены, сделаны. Перешли на грубую распашку. Поле только распахали. И, ребята, находка из разряда находка глазами. Как мы видим, лежит 1 копеечка СССР, послереформенная. А вот год я пока не рассмотрел. 51-й, что ли? Да, 51-й. Но монетка, как видите, блин, подъедена. Обидно. Обидно. По такой распашке, ребята, ходить, конечно, неудобно. Но вываливается еще 1 копеечка. И копеечка у нас 1930 года. Сохранчик отличный. И ранний советик радует. Приятная находка. Промежуточный итог после первого поля. И что у нас по находочкам? Порадовала немецкая пуговка номерная. Был интересный петушок. Когда-то был пустотелый. Отчего, интересно? Но неизвестно. 3 копейки, 2 копейки порадовали с охраном. 1 копеечка 30-го года, 51-го года и 26-го. Пол копеечки в сохране тоже порадовало.
И двадцаточка, щитовик тоже в довольно неплохом сохране. Надеюсь, почистится и будет хорошей, интересной монетой. Сейчас переезжаем в другое место и посмотрим, что будет там. Нашли, ребята, вот такую вот яму со стеклом. Скорее всего, здесь была печка. Под печки стояли бутылки, всякие горшки, куски металлической посуды, тарелки битые. Короче, смотрите, сколько всего интересного здесь когда-то было. Достали даже одну целенькую бутылочку. Куда ты ее откинула? Вот такая вот бутылочка целенькая. Прикольно. Посмотрим, пороем, потом закопаем. Просто интересное место. Интересная точка. Ну вот что мы достали с ямы. Три вот таких вот крышки для банок и два маленьких бутылька. А остальное все битое, перебитое. А яма вот какая. Будем закапывать и искать дальше. Ну, интересное место. Интересная точка. Думаю, чтобы с собой в сумке это не тягать. Вот, ребята, закопали нашу яму, которую мы разрыли. Не говорили, что мы за собой не закапываем, не убираем. Ну, идем искать дальше. Выпадает такая вот красивая монетка. Пять копеек 1950 года. В сохранчике. Отлично. Приятная находка. Исхожена вдоль и поперек. Вот старые следы. Смотрите. Вот идет след сюда. И вот идут следы. И выпадает у меня вот такая вот красота. И выпадает пол копейки 1912 года. Земля, песочек, сохран супер. Вот так вот дает монетки медленная проводка и медленная походка. Иду медленно между следов и вызваниваю вот такие вот сигнальчики. Наш коп подошел к концу. Еще добыли мы 3 монетки, 5 копеек, 1 копейку поздние советы и пол копейки 1912 года. В принципе, неплохо. Радовала мелкая монета, что она еще попадается на полях, ее можно найти. Ну, а по крупным монетам, конечно, уже слабовато. Из царских монет всего лишь 2 монетки и то полкопеечники. На этом коп закончили. Спасибо вам, друзья, за просмотр. Оставайтесь с нами. До новых встреч. Всех благ вам и вашим близким.